и по сетям водоснабжения и водоотведения. Уже 2 года идет работа по заключению концессионного соглашения. На сегодняшний день подписание соглашения на самом последнем этапе остановлено. И администрация города обратилась в суд, обратился в ФАС в суд на отмену решения по рассмотрению вторичному заявок, которые были представлены ранее. Но тем не менее мы исполняем сейчас до решения суда все писания УФАС и 30 января будем рассматривать заново заявки, отклоненные ранее, две заявки.